Проект «Слава Созидателям» стартовал в 2016 году. За 2 года более 200 детей сняли 400 видеороликов. Героями видеоработ стали широко известные работники предприятий и ветераны, внесшие значительный вклад в развитие атомной отрасли или нашего города. О целях творческого конкурса нам рассказала менеджер-методист комитета по образованию Татьяна Кужениязова. Цель конкурса – увековечить живую историю становления и развития городов атомной отрасли, сохранить память о жителях нашего города, принявших активное участие в строительстве города и атомной электростанции, передать молодому поколению знания и опыт старших, воспитать молодежь в духе верности Отечества, уважения к старшему поколению, гордости за достижения атомной отрасли России. В этом году работы на муниципальный этап будут приниматься в Комитет по образованию с 1 сентября по 5 октября. Уже 15 октября 5 лучших работ будут отправлены на федеральный этап. Комитет по образованию просит десногорцев присоединиться к проекту, снять новые сюжеты о людях, внесших значительный вклад в развитие атомной отрасли и города, и тем самым написать свою строку в летописи Десногорска. Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте Комитета по образованию.